Приветствую вас, мои дорогие зрители. Алена Кашина – самая обычная молодая девушка из Ижевска. Когда Алена обратилась на передачу, ей было 28 лет. На тот момент вес девушки составлял 180 килограмм. Семья Алены никогда не отличалась любовью к здоровому образу жизни. Девочка с самого детства любила хорошо покушать. Особенно отличала Алену любовь к жирному и сладкому. Неудивительно, что со временем она стала стремительно набирать вес. К сожалению, родители обратили внимание на особенность дочери слишком поздно. Уже в старших классах Алена с трудом передвигалась самостоятельно. Сверстники смеялись над ней, с девочкой практически никто не хотел дружить. Это еще более усугубляло ее состояние. Алена стала заедать стресс сладким, от этого ее вес только еще больше увеличивался. Конечно, со временем она сама пыталась контролировать вес. Но старания Алены не привели ни к каким результатам. В конце концов девушка обратилась к специалистам из передачи на Первом канале. Алена прошла беседу с диетологом и стало понятно, что девушка просто привыкла слишком много есть. Так, всего за один перекус Алена употребляла около 8000 калорий, в то время как дневная норма для человека составляет не более 2000 калорий. Алене потребовалась профессиональная помощь, девушке сделали резекцию желудка. Подобрали индивидуальную диету и программу тренировок. После этого постепенно дело пошло на лад. Но понадобилось немало времени, прежде чем результаты стали заметными. Теперь, много месяцев спустя, Алену уже не узнать. Девушка гордится своей стройной фигурой и просто не представляет, как она раньше могла вести подобный образ жизни. Алена не мыслит своей жизни без спорта и упражнений, теперь она чувствует себя куда лучше. Более того, ей удалось наладить личную жизнь, что раньше Алене казалось совершенно безнадежным. Мои дорогие зрители, если вам понравилось данное видео, оцените его лайком и напишите в комментарии ваше мнение, будет интересно почитать. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующих выпусках.